я напомню, что на прошлой лекции мы с вами собрались доказывать следующую теорему. Давайте мы ее назовем теорема 1. Значит, пусть у нас дано конечное расширение полей. Ну, скажем, степени n. И обозначим через g группу автоморфизмов этого расширения. Значит, тогда имеет место следующее. Значит, во-первых, эта группа всегда конечна, и ее порядок не превосходит степени расширения. А в случае равенства, точнее равенства, то есть максимальный возможный порядок группы автоморфизмов, имеет место тогда и только тогда, когда поле инвариантов этой группы, то есть те элементы поля L, которые неподвижны при всех автоморфизмах, в точности совпадают с подполем K. Элементы из K по определению должны оставаться неподвижными при автоморфизмах расширения. Вот все остальные элементы хотя бы при одном автоморфизме должны двигаться. То есть такое максимально подвижное расширение полей. Любой элемент, не лежащий в меньшем поле, может быть подвинут при помощи какого-то автоморфизма расширения. Вот. И такие расширения мы назвали расширениями Глуа, которые удовлетворяют вот этому вот любому из этих двух эквивалентных условий. Значит, вот это вот расширение Глуа. Такие максимально подвижные расширения, конечные расширения полей. Вот, давайте мы, значит, эту теорему докажем. Доказательство у нас будет идти в несколько шагов, в несколько этапов. Мы его разобьем на серию отдельных утверждений. И начнем с такой общей леммы. Ее можно было бы назвать леммой о продолжении гомоморфизмов полей. Пусть f содержится в f от A. Это простое алгебраическое расширение. Тогда, да, и значит, минимальный многочлен вот этого примитивного элемента mu от x, давайте мы его запишем, равный x степени n плюс c1 x степени n минус 1, плюс и так далее, плюс cn, многочлен над полем f. Это минимальный многочлен примитивного элемента А маленькое. Тогда любой гомоморфизм, ну, скажем, φ, из поля F в какое-то другое поле E продолжается до гомоморфизма, ну, скажем, φ с волной из простого расширения F от A в это же поле E столькими способами, сколько корней в поле E имеет многочлен, ну, хочется сказать, вот этот вот многочлен μ. Но коэффициенты многочлена μ, они лежат в поле f, а поле f у нас не содержится в поле e, оно только туда отображается. То есть оно отображается гомоморфно, а значит и изоморфно, на некоторое подполе в поле e. Гомоморфно значит изоморфно, потому что ядра быть не может, в поле нет идеалов. Там любой гомоморфизм полей инъективен, он является изоморфизмом на свой образ. Вот. Поэтому правильнее сказать, сколько корней в E имеет многочлен, который получается из многочлена μ,
заменой всех коэффициентов, лежащих в f, на их образы при гомоморфизме φ. То есть, по сути, это многочлен, ну, не над тем же, но над изоморфным полем. Тот же самый многочлен фактически, но над изоморфным полем. Вот. Давайте мы его обозначим так. С верхним индексом φ, μ от x. Ну, по определению это вот что такое. Это значит, все коэффициенты многочлена μ заменяются на их образы при этом вложении. X в степени n плюс φ от c1, x в степени n минус 1 плюс и так далее, плюс φ от cn. Вот сколько корней у этого многочлена есть в поле E, столькими способами можно продолжить гомоморфизм φ до гомоморфизма φ с волной. А, было такое утверждение, да? А, у меня есть большой соблазн его тогда не доказывать. Точно было, да? Есть необходимость его обсуждать? Ну, давайте я так очень кратко, набросок доказательства, чтобы вы вспомнили, поскольку мы так частично состыковываем с прошлым семестром. Набросок доказательства. Значит, как, собственно говоря, можно было бы продолжить вот этот гомоморфизм до гомоморфизма простого расширения? Любой элемент простого алгебраического расширения представляется в виде многочлена от А с коэффициентами из F, правильно? Значит, любой, ну скажем, B из F от А имеет вид b равно f маленькое от a, ну или если более подробно написать, давайте более подробно напишу, там, не знаю, a0 плюс a1 умножить на a, плюс там и так далее, плюс am умножить на a в степени m, для некоторого многочлена f с коэффициентами из f большого. Для некоторого f маленького, который имеет вид, давайте уж мы его явно напишем, а0 плюс a1x плюс и так далее, плюс amx в степени m с коэффициентами из f большого. Вот. И если мы хотим продолжить, если мы как-то продолжили гомоморфизм φ до гомоморфизма φ с волной, как его вычислить на элементе b? Ну как? Фи с волной от b, это есть фи с волной от вот этого дела, правильно? От вот этой суммы. По свойству гомоморфизма надо просто фи применить к каждому слагаемому, к каждому сомножителю, а потом сложить и перемножить. Когда, фи с волной, вернее. Когда мы фи с волной применяем к элементам поля f, вот к этим коэффициентам, а0, а1, это то же самое, что мы применяем фи, исходный гомоморфизм, поскольку мы же его продолжаем. То есть мы получаем фи от а0, плюс φ от А1 умножить на φ с волной от А, там плюс и так далее, плюс φ от АМ умножить на φ с волной от А в степени m. Или, другими словами, это то же самое, что значение многочлена, вот как мы здесь обозначали с верхним индексом φ, результат применения гомоморфизма φ к каждому коэффициенту многочлена. Так и здесь мы то же самое видим. φf вычисляем значение этого многочлена на элементе φ с волной от А. Правильно? То есть мы видим, что такой гомоморфизм φ с волной однозначно задается, если он продолжает гомоморфизм φ, он однозначно задается образом элемента А. То есть если мы знаем, куда переходит элемент А, мы полностью определяем гомоморфизм. С другой стороны, если мы в качестве f взяли минимальный многочлен, а минимальный многочлен, вот этот μ, да, он на элементе А равен нулю. По определению минимального многочлена. Если мы к этому равенству применим φ, то мы получим, что не φ, а φ с волной, да, мы же уже в большем поле работаем, φ с волной, φ с волной от μ от А, то по предыдущей формуле мы получаем, что это то же самое, что вот этот многочлен φ μ от элемента φ с волной от А. И это тоже должно быть равно нулю, поскольку 0 при гомоморфизме переходит в 0. То есть получается, что φ с волной от А должен быть корнем
многочлена фи мю. Вот. Ну и поэтому продолжений заведомо не больше, чем таких вот корней. Каждое продолжение определяется значением на элементе А, а это значение обязано быть корнем вот этого вот многочлена. Да? Вот. Ну и наоборот, если мы возьмем любой корень, давайте мы напишем обратно, для любого корня, ну давайте А с волной, А многочлена фи мю, А с волной из Е многочлена фи мю, продолжение фи с волной корректно определяется по сути, вот этой вот формулой, только здесь у меня пока что фи с волной нет, у меня есть вот этот корень, который я выбрал, вот я его должен сюда подставить. Корректно определяется формулой, значит, фи с волной на элементе f от a, а произвольный элемент моего простого расширения имеет такой вид, мы полагаем равным фи f на элементе a с волной. Вот, то есть, по сути, вот эта формула и есть. Да? Она должна выполняться, если мы хотим иметь продолжение. И наоборот, если мы в качестве такого элемента возьмем любой корень, то так корректно определяется это самое продолжение. Но поскольку, как вы говорите, это утверждение у вас было, я детали обоснования пропущу. Вспомните, как это, вот, почему корректно определено это отображение, почему оно является гомеоморфизмом. Вот, по крайней мере, вот, мы можем продолжать гомеоморфизмы полей на простые расширения этих полей, на простые алгебраические расширения, вот определенным количеством способов. Хорошо. Теперь, собственно говоря, переходим к этапам доказательства теоремы. И начнем с первого утверждения. Вот я сохраняю обозначение, которое у меня здесь есть. Значит, давайте назовем это предложение 1. Порядок группы автоморфизмов конечного расширения не превосходит степени этого расширения. То есть в наших обозначениях порядок группы G не превосходит M. Вот. Здесь мы можем рассуждать вот каким образом. Наше конечное расширение, ну, мы с вами на прошлой лекции обсуждали, что конечное расширение — это то же самое, что конечно порожденные алгебраические расширения. Да? То есть расширение, порожденное конечным числом алгебраических элементов. И мы его можем представить как цепочку простых расширений. Сначала присоединяем один из этих элементов, потом второй, потом третий. Мы такую цепочку уже рассматривали вот, на прошлой лекции в доказательстве одного из утверждений. Вот. Рассмотрим, значит, вот такую цепочку. Первое поле в этой цепочке — это поле K. Потом идет поле K1, потом K2 и так далее. Вот, если у нас на каком-то этапе получилось поле KI-1, то поле KI-то получается присоединением KI-1 элемента AI-то. То есть каждый раз мы присоединяем по одному элементу. Ну и в конечном счете мы доходим до, допустим, КС-того, которое есть все поле L. То есть представили это расширение в виде цепочки простых алгебраических расширений. Значит, каждое из этих расширений является простым алгебраическим расширением. Вот. И мы хотим понять, сколько автоморфизмов есть у этого расширения. То есть вот меня интересуют автоморфизмы из L. Ну, там, допустим, автоморфизм фи, да, который изоморфно отображает L на L, и который на поле K действует тождественно. Вот. То есть, другими словами, меня интересуют автоморфизмы поля L, которые продолжают тождественный автоморфизм поля K. Ну, продолжать мы можем постепенно. Мы можем сперва продолжить на поле К1, потом на поле К2 и так далее. То есть вот эти вот промежуточные отображения, это есть ограничение того, что получится в конечном счете, ограничение вот этого отображения φ на каждое из этих промежуточных подполей. Ну давайте ограничение φ на КИ-то обозначим φ-то.
То есть вот это вот отображение у нас будет φt. Это ограничение φ на поле κt. Да? А предыдущее отображение, соответственно, будет φ минус первое. То есть мы стартуем с тождественного автоморфизма, потом его продолжаем до гомоморфизма φ1 из k1 в L, потом его продолжаем до гомоморфизма φ2 из k2 в L, ну и так далее, пока в итоге мы не получим гомоморфизм из L в L. То есть автоморфизм нашего поля. Понятно, да? И вот нас интересует оценка, сколько может быть таких автоморфизмов, то есть сколько может быть этих продолжений. Ну, надо просто посчитать на каждом шаге, сколько у нас продолжений каждого такого гомоморфизма до гомоморфизма здесь. Значит, по доказанной лемме, значит, количество продолжений. Значит, давайте я вот, чтобы на доске осталось, запишу то, что я сказал на словах, что будем продолжать тождественное отображение поля К до автоморфизма вот из нашей группы. Ну, то есть до автоморфизма φ из L в L, постепенно. Значит, количество продолжений отображения гомоморфизма φ-итого из поля φ минус первого из поля КИ минус первое в L до фи-итого из каитого в L, оно по лемме равно числу корней многочлена числу корней в поле L многочлена. Значит, какого многочлена? Надо взять минимальный многочлен элемента аитова над полем КИ минус первым, правильно? Давайте мы этот минимальный многочлен обозначим, ну, скажем, мюитая. Все его коэффициенты применить к ним гомоморфизм φ минус первое, то есть подвинуть вот это поле КИ минус первое внутри L с помощью вот этого отображения. И, соответственно, многочлен заменится. Ну, вот то, что мы здесь писали, обозначая верхним индексом слева, да? И после этого посмотреть, сколько у этого многочлена будет корней в L. То есть многочлена, давайте я напишу φ и минус первое в качестве верхнего индекса μt в L. Да, этот многочлен, ну да, понятно, где он лежит. Где? Давайте я куда-нибудь перейду. Вот сюда вот. Да? Лемма. Я уже могу стереть формулировку. Я ей воспользовался. Где μi, где μi-тая, да, это для любого i, это многочлен с коэффициентами из ki минус первого. Это минимальный многочлен элемента аитова над полем к и минус первого. Вот. Значит, ну, этот многочлен имеет ту же степень, что и многочлен мюитая. Значит, количество корней многочлена не превосходит его степени. То есть интересующее нас число, вот это количество продолжений, оно не превосходит степени вот этого многочлена. Которая, конечно, равна степени исходного многочлена мюитова. Если мы на каждый коэффициент многочлена подействуем некоторым гомоморфизмом поля, ну, получим, все коэффициенты останутся не нулевыми, получится тот же многочлен той же самой степени. А степень минимального многочлена элемента аитова, примитивного элемента, она как раз равна степени этого расширения, правильно?
Вот. То есть мы можем продолжить вот этот гомеоморфизм до вот этого гомеоморфизма числом способов не большим, чем степень этого расширения. Этот гомеоморфизм мы можем продолжить до следующего числом способов не большим, чем степень следующего расширения, ну и так далее. Таким образом, если мы стартуем с самого первого, с тождественного отображения, то число способов продолжить его до гомеоморфизма поля L в себя, но это будет автоматический автоморфизм, поскольку расширение конечно, да, любое инъективное отображение конечномерного векторного пространства линейного будет взаимно однозначно. Да? Вот, значит, количество способов итогового продолжения равно произведению количества способов на каждом шаге. То есть оно не превосходит произведение этих чисел. Значит, отсюда следует, что количество продолжений тождественного отображения поля К до гомеоморфизма φ из L в L, то есть автоморфизма нашего расширения элемента группы G, или, другими словами, просто мощность группы G не превосходит произведение вот этих вот степеней. Значит, k1 над k0 умножить на k2 над k1 и так далее на ks над ks-1. Ну а по теореме о башне это произведение чему равно? Это произведение равно степени итогового расширения. То есть как раз тому самому числу n. Вот. Тем самым мы доказали первую часть теоремы. Но это как бы самая простая часть. То есть, как говорится, рано радоваться. Да? Вот. Значит, пойдем дальше. Да, если есть вопросы, я еще раз повторю, если я вдруг увлекусь и буду что-то слишком быстро говорить, вы меня не стесняйтесь, останавливайте и спрашивайте, если что-то непонятно, то в любой момент можно пояснить, пока он на доске. Главное, да? Нет, здесь написано следующее. Вот количество вот этих вот продолжений, оно равно числу корней многочлена вот в поле L, а число корней многочлена не превосходит его степени, правильно ведь? Вот. А степень этого многочлена равна степени исходного минимального многочлена, поскольку когда мы подвергаем коэффициенты какому-то гомеоморфизму, ну, они остаются не нулевыми, то есть те же степени одночленов будут. А степень минимального многочлена простого алгебраического примитивного элемента в простом алгебраическом расширении равна степени этого расширения. Но это вот базовый факт, который мы вспомнили на первой лекции, который у вас был еще в первом семестре. Помните, да? Вот. Так что вот в итоге мы получили такую оценку, что на каждом шаге для каждого простого расширения количество способов продолжить гомеоморфизм поля не больше, чем степень этого расширения. Ну а тогда за s шагов мы получаем количество продолжений не более, чем произведение этих степеней, которое по теореме о башне равно степени итогового расширения. Хорошо, значит, на этом предложение 1 доказано. Пойдем дальше. Значит, теперь давайте докажем вот во втором утверждении теоремы импликацию слева направо. То есть если количество автоморфизмов максимально возможное, тогда инвариантные элементы поля — это только вот элементы поля, инвариантные элементы поля L, неподвижные при всех автоморфизмах, это только поле K и ничего больше. Все остальные элементы можно подвинуть. Значит, предложение 2. Если порядок группы автоморфизмов равен n, я сохраняю все вот эти обозначения, то тогда поле инвариантов совпадает с полем k. Это тоже доказывается просто. Как бы это простая часть теоремы. Значит, группа G — это у нас по определению группа автоморфизмов поля L над полем k. Расширение полей. Да? То есть это те автоморфизмы поля L, которые оставляют неподвижными все элементы поля k. Но эти автоморфизмы будут оставлять неподвижными все элементы вот этого поля, LG, которое, вообще говоря, априори оно могло бы быть больше, чем поле k. Так что эта же группа будет группой автоморфизмов и такого расширения. Она будет группой автоморфизмов расширения L над LG. Правильно? Вот. Тогда по предложению 1, которое мы только что доказали,
ее порядок не превосходит степени вот этого расширения. Вот. А степень этого расширения не превосходит степени расширения L над K. То есть, когда мы подполе увеличиваем, да, было поле K, стало поле LG, вообще говоря, степень расширения может только уменьшиться. Это тоже следует из теоремы о башне. Потому что степень расширения L над K, она равна произведению степеней двух расширений по шагам. L, здесь надо писать двоеточие, да? L над LG умножить на LG над K. Правильно? Ну а поскольку степени это все-таки натуральные числа, то значит вот это число является множителем вот этого числа, значит оно не больше. Правильно? Вот. А степень расширения L над K, которая равна N в наших обозначениях, по нашему предположению совпадает с порядком группы G. То есть в этой цепочке неравенств, у нас крайние члены равны. Значит, и всюду здесь на самом деле равенство. Правильно? То есть здесь на самом деле равенство, и здесь на самом деле равенство. Вот. Если степень вот этого расширения равна степени вот этого расширения, то есть вот в этом произведении степень этого расширения равна n, и вот этот множитель тоже равен n, значит степень этого расширения равна 1. Правильно? Вот. Ну а расширение степени 1 это когда подполе совпадает со всем полем. Да? То есть это одномерное векторное пространство, оно просто вот с исходным полем совпадает. Вот. То есть отсюда вытекает, что LG совпадает с K. Что и требовалось доказать. Понятно рассуждение? Вот. Это вот такие вот простые соображения пока идут. Теперь давайте пойдем дальше. Давайте будем, значит, пытаться доказывать в обратную сторону, что если наше расширение такое максимально подвижное, если любой элемент, не лежащий в меньшем поле, двигается при помощи какого-то автоморфизма, неподвижные элементы — это только поле K, то тогда автоморфизмов этих максимально много. Мы даже докажем чуть более сильное утверждение, которое нам понадобится дальше. Значит, давайте начнем с такой леммы. Была лемма 1, теперь лемма 2. Пусть в нашей группе автоморфизмов G есть какая-то подгруппа, у которой поле инвариантов совпадает с полем K. То есть я буду требовать, что вот это условие выполнено даже пусть не для всей группы G, а хотя бы для какой-то ее подгруппы. Для какой-то подгруппы H. Ну тогда для всей группы G тем более выполнено. Да? А? Более сильное утверждение, да. То есть если хотя бы для какой-то подгруппы группы G у нее вот инварианты это только поле K и ничего больше, тогда, значит, давайте для любого элемента А из группы L рассмотрим его орбиту под действием вот этой группы H. То есть подействуем на элемент А всеми возможными автоморфизмами из группы H. Рассмотрим орбиту H на А. Ну и давайте мы обозначим это множество А1 и так далее АМ. Все тут конечно, поскольку группа автоморфизмов конечна, как мы уже видели. Да? Вот, значит, для любого элемента расширения рассмотрим его орбиту под действием вот этой вот выбранной подгруппы в группе автоморфизмов, удовлетворяющей вот этому условию. Тогда, если мы рассмотрим многочлен с корнями А1, АМ, то есть произведение соответствующих линейных множителей, обозначу его μ от x, x минус a1
умножить на и так далее умножить на x минус am. Вот этот многочлен будет иметь коэффициенты из поля К, во-первых. Хотя корни его, конечно, в поле К не лежат. Вот эти вот элементы А1, АМ, включая сам элемент А, они лежат в расширении поля. Да? Вот, в поле К они не лежат, но вот его коэффициенты будут лежать в поле К. Это будет многочлен над полем К. И это будет в точности минимальный многочлен элемента А над полем К. То есть, другими словами, если у нас есть такая вот подгруппа в группе автоморфизмов расширения, у которой мало инвариантов, мало неподвижных элементов, то минимальный многочлен любого элемента расширения можно построить, просто взяв этот элемент, взяв его образы при всех автоморфизмах из подгруппы и рассмотрев вот многочлен с этими корнями, кратности 1. Да? Вот, то есть все минимальные многочлены в расширении выглядят вот таким вот образом. Значит, давайте мы поймем, почему это так. Значит, доказательства. Ну, если мы здесь раскроем скобки, да, распишем коэффициенты этого многочлена, давайте напишем, что многочлен μ от x, если он вот такой вот, то он имеет вид x в степени m, старший коэффициент единица плюс c1, x в степени m минус 1, плюс и так далее, плюс cm, где вот эти коэффициенты ck по теореме Виета, чему они равны? Они с точностью до знака равны значениям элементарных симметрических многочленов от вот этих вот корней. Правильно? ck есть, там точная формула такая, минус 1 в степени k, сигма k от a1 и так далее, am. Сигма ката — это элементарные симметрические многочлены. Ну, надеюсь, все помнят, что это такое, да? Вот. Заметим, что всякий элемент вот этой группы H, любой элемент H маленькая из группы автоморфизмов H большое, когда мы действуем этим элементом на А1, АМ, поскольку это все одна орбита, то эти элементы просто как-то переставляются между собой. Да? Мы остаемся в той же самой орбите, то есть любой элемент H из группы H большое как-то переставляет элементы А1, АМ. Но если элементы А1, АМ переставляются под действием этого автоморфизма, то любой симметрический многочлен от них остается неизменным, правильно? Вот. То есть отсюда следует, что все вот эти ck для любого k, ck являются инвариантными элементами относительно группы автоморфизмов. А по нашему предположению, у этой подгруппы H инвариантные элементы — это только элементы поля k. То есть мы с вами доказали, что этот многочлен действительно имеет коэффициенты из k. Правильно? Теперь почему он является минимальным многочленом? Ну, минимальный многочлен обладает каким свойством? Это многочлен минимальной степени, который аннулирует данный элемент А. Да? Или по-другому, это такой аннулирующий многочлен, который делит все остальные аннулирующие многочлены. Да, еще одно свойство минимального многочлена. Так вот, если у нас есть многочлен F с коэффициентами из поля К, который аннулирует элемент А, то тогда любой автоморфизм H маленькое из этой подгруппы H большое, если мы подействуем на вот это равенство элементом H, да, то есть применим автоморфизм H к левой и правой части, то в левой части мы получим значение многочлена f на элементе ha, коэффициенты многочлена f они из поля k, и они под действием h остаются неподвижными. А вот одночлены a в степени какой-то, ну a заменяется на h от a, правильно? То есть h подействовать на f от a, это то же самое, что f от h подействовать на a. Ну и поскольку у нас был 0, то 0 и останется, при автоморфизме 0 переходит в 0.
То есть мы с вами видим, что если f аннулировал элемент a, то f будет аннулировать и любой элемент h от a. На самом деле это верно не только для элементов из h, но и для элементов из всей группы g. То есть любой автоморфизм расширения, то, что тривиально действует на коэффициенты, он корень данного многочлена с коэффициентами из k переводит в какой-то другой корень того же самого многочлена. По тем же самым причинам. Вот. Но нам важно, что все такие элементы h от a как раз образуют вот эту орбиту. То есть получается, что они все являются корнями нашего многочлена f. Правильно? Ну а если все a1, am являются корнями многочлена f, то f делится на произведение соответствующих линейных двучленов. Отсюда следует, что f делится на μ. Следовательно, μ есть минимальный многочлен. Это такой многочлен, корнем которого, конечно, является а, поскольку а лежит в своей орбите. Да? А один из этих элементов. Вот. А такой многочлен, корнем которого является а, который делит любой другой аннулирующий многочлен. Следовательно, μ — это минимальный многочлен для А над К. Есть вопросы по доказательству? Понятно, да? Хорошо. Вот. Значит, в качестве следствия этой леммы отметим такое важное наблюдение. А в условиях леммы то есть если у нас имеется там конечное расширение и в группе автоморфизмов выделена подгруппа, у которой поле неподвижных элементов совпадает с подполем, вот, которое мы расширяем. Ну, в частности, отсюда следует для всей группы же то же самое. Так вот, в условиях леммы верно следующее. Для любого элемента из расширения L его минимальный многочлен над полем K, минимальный многочлен мы вот так вот обозначаем, минимальный многочлен любого элемента расширения не имеет кратных корней, и разлагается на линейные множители над расширением. Ну, сразу вытекает из леммы, потому что мы видели, как устроен этот минимальный многочлен. Да? Он устроен вот так. Мы видим, что он не имеет кратных корней, все эти элементы различны, и разлагается на линейные множители, но не над k уже, а над l. Это же элементы из l. Вот. Вот это обстоятельство как раз вот является ключевым для завершения доказательства теоремы. То есть наше расширение в условиях, вот при этом условии, да, или даже если это верно для какой-то подгруппы, еще более сильное условие, значит, при этом условии наше расширение обладает таким вот замечательным свойством, что минимальный многочлен любого элемента не имеет кратных корней и разлагается на линейные множители вот над большим полем, над этим самым расширением. Вот. Ну, вот сейчас как раз уместно сделать перерыв. Я перед перерывом сформулирую то предложение, которое, собственно говоря, и завершит нам доказательство теоремы. Значит, предложение 3. Где бы мне его написать? Ну, давайте вот здесь вот напишу. Вот здесь напишу. Предложение 3. Сейчас предложение 2-то у нас было. Я с нумерацией не сбился. Было предложение 2, да? О чем оно было, интересно? А, вспомнил, да. Да. Это вот отсюда сюда. Значит, предложение 3 мы его сформулируем таким образом. Значит,
пусть H это подгруппа в группе автоморфизмов нашего расширения, которая обладает вот свойством из леммы. То есть ее неподвижные элементы — это поле К, не больше. Тогда эта подгруппа обязана совпадать со всей группой автоморфизмов. И будет иметь порядок вот как раз максимальный возможный. Вот это предложение, оно завершает доказательство теоремы 1. Давайте заметим, это чуть более сильно, чем то, что нужно. То, что нужно, получилось бы, если бы в качестве H взяли саму группу G. Но это более сильное утверждение нам пригодится потом. Значит, теорема 1 следует из предложений 1, 2 и 3. Значит, еще раз, предложение 1 — это просто первый пункт теоремы. Предложение 2 — это половина второго пункта, что из вот этого следует вот это. А предложение 3 обеспечивает нам обратную импликацию и даже несколько более сильное утверждение, касающееся подгрупп. Понятно, да? Значит, давайте будем доказывать вот это утверждение. Значит, доказательство разобьем на два шага, на два этапа. Значит, первый этап. Давайте вначале докажем, что автоморфизмов у этого расширения при условиях предложения действительно будет максимальное возможное, что порядок группы автоморфизмов равен n. Значит, как мы это будем делать? Ну, мы будем рассуждать более-менее так же, как в доказательстве предложения 1, когда мы делали оценку на число автоморфизмов. То есть мы попытаемся понять, сколькими способами можно продолжить тождественный автоморфизм поля К до автоморфизма поля L. Да? Когда мы доказывали предложение 1, мы делали оценку сверху на это число, а сейчас мы хотим вот точное значение получить. То есть чуть-чуть уточнить то рассуждение. Но рассуждать будем точно так же, как и раньше. Разложим наше расширение в цепочку простых расширений. То есть вот мы начинаем с поля К0, которое есть К, потом у нас идет поле К1, потом поле К2 и так далее. Вот на i минус первом шаге у нас есть поле ki минус первое. Мы к нему присоединяем элемент аитой и получаем поле каитое. И вот, значит, пока мы не дойдем до самого конца. Вот, цепочка простых алгебраических расширений. А вот мы находимся в условиях предложения 3, то есть у нас выполнено вот это, да? Ну, а значит и в условиях вот той самой леммы, которую мы доказывали. И значит работает следствие этой леммы, да? То есть минимальный многочлен любого элемента расширения, в частности минимальный многочлен любого из этих аитах, которые мы присоединяем по очереди. Минимальный многочлен элемента аитова, значит, дайте, для любого и минимальный многочлен элемента аитова над полем К, над самым маленьким полем, с которого мы стартовали, не имеет кратных корней и разлагается на линейные множители над полем L. То есть можно сформулировать так, что он имеет столько различных корней, какова его степень. То, что многочлен не имеет кратных корней и разлагается на линейные множители, это как раз и означает, что он имеет ровно столько корней, какова его степень. Имеет дег мю аита различных корней в поле L. А теперь мы давайте рассмотрим минимальный многочлен элемента аитова, но не над полем К, а над предыдущим под полем в расширении. Цепочки расширений, над полем КИ минус первое. Обозначим его, как и раньше мы это делали, через мю ита. Значит, мю ита — это минимальный многочлен элемента аитова над
ki-1. Но по свойствам минимального многочлена этот многочлен делит предыдущий. Делит вот этот многочлен. Делит минимальный многочлен над полем k, потому что минимальный многочлен над полем k, в частности, аннулирует, да, элемент аита. Вот. А аннулирующий многочлен делится на минимальный многочлен, ну, над тем полем, над которым мы рассматриваем. Вот. Так что мюитая делит, вот этот значок вы используете как значок делимости, что одно делит другое. Есть понятие делится, есть делит, там два разных значка, три точки, да, по вертикали и палочка. И то, и другое вам понятно, да? Вот, значит, мюитая делит мюаитая. Но если мюаитая, тот многочлен, который мы перед этим рассматривали, имел столько различных корней, какова его степень, то есть разлагался на различные линейные множители, то и тот многочлен, который его делит, тоже обладает этим свойством. Правда ведь? Ну, надо просто взять какие-то из этих множителей, и все. Значит, отсюда следует, что мюитая тоже имеет столько различных корней, какова его степень. Давайте так напишу. Значит, во-первых, давайте перейду сюда. Отсюда следует, что количество различных корней мюитова в L тоже равно его степени. А степень минимального многочлена примитивного элемента в простом алгебраическом расширении равна степени расширения, как мы помним. Да? То есть это равно степени каитова над ki-1, которую я для простоты, для краткости обозначу nitая. Понятно, да? Теперь по лемме 1 любой гомоморфизм φ-1 из поля ki-1 в поле L можно продолжить до гомоморфизма φ-итова из поля ki-итова в поле L вот как раз n-итая способами. Да? Столько, сколько корней имеет в этом поле L ну, соответствующий многочлен. n-итая способами. Может быть, я тут немножко, чуть-чуть соврал, но на самом деле не сильно. Сейчас я поправлюсь. На самом деле, вот то, что я написал, совершенно верно, но мне нужно немножко не это. Мне нужно, чтобы не вот этот многочлен имел вот столько вот корней, столько, какова его степень. А мне нужно, чтобы столько корней имел многочлен, который получается из многочлена мюитая действием на коэффициенты вот этого вот гомоморфизма. Правильно? Именно это нужно в лемме. Вот. Но это тоже правда. Давайте я поясню, почему это так. Потому что у нас есть два вот этих вот многочлена. Многочлен элемента аитая над полем k и многочлен элемента аитая над полем ki-1. Один делит другой. Вот. Но оба этих многочлена, в частности, являются многочленами с коэффициентами из поля ki-1. Правильно? Значит, давайте я вот здесь вот сделаю некое пояснение, что μit и μit оба лежат в кольце многочленов с коэффициентами из ki-1. Вот. А если мы применим к полю ki-1 гомоморфизм φ-1, то мы получим другое подполе в поле L, которое будет, тем не менее, изоморфно полю ki-1. То есть, значит, вот многочлены φ-1 μ-итая и φ-1 μ-аитая лежат в кольце многочленов
с коэффициентами из поля, которое получается действием на поле КИ минус 1 вот этого гомоморфизма. Вот. Но поскольку многочлен мюаита, он на самом деле имел коэффициенты в поле К, а мы рассматриваем гомоморфизмы, которые продолжают тождественный гомоморфизм, тождественное отображение поля К на себя, то вот этот вот многочлен, он под действием такого преобразования не меняется. Если ограничение φ минус и минус первого на поле К есть тождественное отображение. А нас только этот случай интересует. Вот. И если у нас вот этот многочлен делил вот этот в кольце многочленов над вот этим полем, то после того, как мы это поле заменили на изоморфное ему, и все многочлены, соответственно, заменили, применив этот изоморфизм к коэффициентам, то соотношение делимости сохранится. Мы просто кольцо многочленов заменили на изоморфное кольцо, все, что было в исходном кольце для изоморфных образов, останется верным. То есть отсюда следует, что фи и минус первое мюитое тоже будет делить мюаитое. А значит, для него тоже будет верно, вот как мы здесь рассуждали, что он тоже не будет иметь столько корней в L, какова его степень. Вот. И после этого уже можно применять лемму. Да? То число продолжения оно равно числу корней вот этого уже многочлена в L, да? А оно равно как раз вот этой степени. Понятно? Да? Хорошо. Вот. Ну а тем самым, если мы на каждом шаге у нас количество продолжений равно вот этому числу, равно степени расширения, то тогда количество продолжений до автоморфизма L, то есть количество всех автоморфизмов расширения, оно равно произведению этих чисел. Значит, следовательно, порядок группы автоморфизмов равен произведению N1, N2 и так далее, Ns, ну это как раз и есть степень расширения. В доказательстве предложения 1 у нас была оценка, а тут у нас получилось точное равенство. Есть вопросы? Так, хорошо. Значит, теперь, собственно говоря, надо доказать вторую часть теоремы, что вот та подгруппа, с которой мы стартовали, у которой нет неподвижных элементов, кроме поля К, она на самом деле исчерпывает все автоморфизмы, никаких других автоморфизмов нет. Еще раз? Теорема башни. Это теорема о башне, потому что степень итогового расширения равна произведению степеней расширений на каждом шаге. Мы тут теоремой о башне пользуемся многократно, так что я даже про нее явно не вспоминаю. Итак, вторая часть рассуждения. Возьмем произвольный автоморфизм нашего расширения. Пусть G — это элемент группы G большое. Для любого элемента A из нашего расширения, из L, мы знаем с вами, что минимальный многочлен этого элемента над полем K является произведением линейных множителей x минус A1 и так далее, x минус A1. M, где эти A1, AM составляют орбиту элемента A под действием подгруппы автоморфизмов H. Это в точности лемма 2, правда? По лемме 2. Ну и
Вот фактически это уже рассуждение звучало, но давайте я его еще раз повторю. Поскольку элемент А является корнем своего минимального многочлена, то если мы подействуем на это равенство любым автоморфизмом из группы G, ну в частности вот этим выбранным автоморфизмом G маленькое, то коэффициенты многочлена минимального не изменятся, а то, что мы подставляем в качестве переменной, ну, заменится на образ под действием G. То есть, подействовав на это равенство элементом G, мы получим такое равенство. μa от G от A тоже будет равно нулю. Другими словами, если какой-то образ данного элемента при любом автоморфизме расширения тоже будет корнем минимального многочлена этого элемента. Понятно, да? Вот. А раз он будет корнем, значит, он находится среди вот этих. Правильно? То есть он равен образу элемента А под действием какого-то элемента из H, поскольку это H-орбита. Значит, отсюда следует, что существует такое H маленькое из H большого, что H от A равно G от A. Или по-другому это можно переписать так. Если на левую и на правую часть подействовать G в минус первой, то это можно написать так, что G в минус первой H от A равно A. Понятно, да? Еще раз, давайте повторим, отследим, что мы получили. Из условий предложения 3 вытекает, что для каждого автоморфизма расширения существует, и для каждого элемента расширения существует такой автоморфизм из меньшей группы, из подгруппы H, что отношение G в минус 1 H оставляет данный элемент на месте. Правильно? Или другими словами мы можем сказать, следовательно, все поле L является объединением подполей неподвижных элементов, подполей инвариантов для всех автоморфизмов вот такого вида. G в минус 1 H, где G у нас фиксировано, а H пробегает под группу H большое. Любой элемент из L, он попадает в одно из этих подполей. Понятно, да? Вот это мы, то, что мы доказали. Вот. Я хочу доказать, что из этого на самом деле вытекает, что одно из этих подполей совпадает со всем L. Значит, докажем. Смотрите, что мы доказали. Мы доказали, что любой элемент из L, для любого элемента из L найдется такой H из H, что g в минус 1 h оставляет элемент а на месте. То есть а лежит в этом поле. Любой элемент а лежит в одном из таких полей. Вот, значит, докажем, что существует h, для которого вот это подполе инвариантов просто совпадает с L. Вот, тут есть два случая. Случай конечных полей и случай бесконечных полей. Они разбираются с помощью разных идей. Значит, случай конечных полей. Ну тут, поскольку мы рассматриваем конечное расширение, то если поле k конечно, то и поле L будет конечно. Ну и наоборот, очевидно, тоже верно, поскольку k содержится в L. Поэтому я не говорю, про какое поле я предполагаю, что оно конечно. Если одно конечно, то и другое конечно автоматически, в силу конечности расширения. Так вот, в случае конечных полей у нас мультипликативная группа конечного поля циклическая, правильно? Поэтому вот возьмем мультипликативную группу поля L, она порождается каким-то одним элементом. Вот. Как мы только что видели, для этого элемента A существует H такой, что g в минус 1 h оставляет этот элемент на месте. То есть этот элемент а лежит в одном из таких полей. Правильно? Объединение этих полей есть все L, значит, а попадает в одно из них. Значит, существует h из h такой, что а принадлежит полю инвариантов элемента g в минус 1 h. Но поскольку А порождает мультипликативную группу, то есть все элементы поля L, ну кроме нулевого, являются степенями элемента А, то они тоже лежат в этом подполе, правильно? И отсюда вытекает,
что это подполе совпадает с полем L. Что и требовалось доказать. Ну, на самом деле здесь даже не важно, что А порождает мультипликативную группу, достаточно, чтобы А был примитивным элементом, чтобы он порождал вот это расширение. Если этот элемент А лежит в каком-то подполе, то и все расширение там лежит, поскольку элемент А его порождает. Значит, подполе совпадает со всем полем L. Понятно? Вот. Хорошо. А случай бесконечных полей, он основан на другой идее. Когда поле К бесконечно или поле L бесконечно, это равносильно силу конечности расширения. А тут все основано на еще одной лемме из линейной алгебры. Лемма 3. Она утверждает, что векторное пространство над бесконечным полем К нельзя представить в виде объединения конечного числа собственных подпространств. Встречалась вам такая лемма? Полезная. Она как бы, ну, она довольно естественная. Вот представьте себе, там n-мерное пространство, можно его разбить в объединение там, подпространств меньшей размерности. Как-то интуиция подсказывает, что нельзя. Да? Вот. Но тут, во-первых, интуиция — это не доказательство, а во-вторых, тут еще и конечномерный случай. Да? В бесконечномерном случае интуиция уже работает хуже, и нужно аккуратное доказательство. Кроме того, над конечным полем это неверно. Над конечным полем, скажем, конечномерное векторное пространство над конечным полем очень легко разбить в конечное объединение собственных подпространств, даже одномерных. Вы просто берете каждый вектор, порождаете им прямую. Векторов конечное число, ну, значит, все разбили. Вот. Тут существенно бесконечность поля. Ну, раз эта лемма вам неизвестна, и вы ее ранее не встречали, давайте мы ее докажем. Она несложная на самом деле. Значит, доказательство от противного. Пусть нам удалось разбить пространство V в объединение, ну, скажем, K штук собственных подпространств. Без ограничения общности можно считать, что ни одно из этих подпространств не содержится в объединении остальных. Что для любого I VI-тое не содержится в объединении в житых по всем жи неравным и. Почему? Потому что если содержится, то мы его просто можем выкинуть отсюда, оно лишнее. Да? Если мы такое воитое выкинем, то объединение не изменится. И так вот будем выкидывать лишнее до тех пор, пока не добьемся выполнения этого условия. Понятно, да? Вот. А коли так, мы можем в каждом воитом выбрать вектор, который не лежит в объединении остальных подпространств. Выберем воитое, принадлежащее воитому большому, но не принадлежащее объединению остальных выжитых. Прекрасно. Теперь рассмотрим какие-нибудь два из этих воитых. Ну, скажем, V1 и V2. И рассмотрим такие векторы. Рассмотрим векторы V1 плюс C умножить на V2, где c — это любая константа из моего поля k. Поскольку у меня поле k бесконечно, то таких векторов бесконечно много. А раз их бесконечно много, значит, какие-то два из них лежат в одном и том же подпространстве. Подпространство у нас конечное число, на которое мы разбили все пространство V, да? Отсюда следует, что существует такое I, и существуют такие две различных константы C и C'. Такие, что оба вектора V1 плюс C, V2
и v1 плюс c' v2 лежат в подпространстве vt. Но теперь, если мы один вектор вычтем из другого, мы останемся в этом подпространстве. Отсюда следует, что c минус c' на v2 тоже лежит в vt. На ненулевой коэффициент можем сократить, следовательно, v2 лежит в vt. Ну а если v2 лежит в vt, и вот эта штука лежит в vt, то и v1 лежит в vt, правильно? А это уже противоречие. Потому что каждый из векторов vt лежит ровно в одном из этих подпространств по нашему построению. А тут у нас, ну скажем, вот вектор v1, он должен лежать в v1, а вектор v2 должен лежать в v2. Это два разных подпространства. Они не могут лежать в одном и том же подпространстве. Понятно? Противоречие. Ну смотрите, v2 лежит в vt, значит c v2 лежит в vt. И вот этот вектор лежит в vt. Берем их разность, значит v1 лежит в vt. Вот. Потому что в подпространстве мы можем брать любые линейные комбинации, и при этом не выходим за его пределы. Вот. Значит, вот это лемма. Здесь никаких, так сказать, теорий полей нет, чистая линейная алгебра. Вот это? Потому что векторов у нас бесконечно много. Вот такого вида. У нас вот этих констант бесконечно много. Значит, и векторов таких бесконечно много. Да? А подпространств, в объединении которых мы разложили все v, их конечное число. Ну, по принципу Дирихле, если угодно. Да? Векторов больше, чем k, а подмножеств у нас k. Значит, какие-то два вектора попадут в одно подмножество. Да? Вот. Значит, вот эта лемма из линейной алгебры. Никакой теории полей здесь нет. Ну, кроме предположения о том, что вот поле бесконечно. Теперь, если вернуться к нашей ситуации, то подполя, вот эти вот, они в частности являются подпространствами в пространстве L над полем K. Ну вот, собственно, и все. Значит, то есть в случае бесконечного поля, давайте мы здесь что-нибудь напишем в заключение, L G в минус 1 H подпространство в L над K. Значит, утверждение теперь следует. Утверждение, вот это вот утверждение, теперь следует из леммы 3. Вот. Ну вот, значит, мы доказали, что для любого автоморфизма из G, значит, давайте сюда перейдем, это мне уже не нужно. Мы доказали, что для любого автоморфизма из G существует автоморфизм из подгруппы H такой, что их частное имеет в качестве поля инвариантов все поле L. Значит, итак, любого G из G существует H из H такой, что L G в минус 1 H равно L. А отсюда следует, что этот автоморфизм g в минус 1 h на L просто тождественен. Да? Если все элементы остаются неподвижными. Правильно? Отсюда следует, что g в минус 1 h это тождественный автоморфизм, а следовательно g равно h. Вот. И таким образом мы доказали, что любой автоморфизм из группы g на самом деле содержится в h. То есть доказали совпадение этих двух групп. Следовательно, h равно g. Все, теорема, предложение 3 полностью доказана, и теорема, соответственно, тоже. Вот у нас таким образом выделяется класс конечных расширений, которые обладают свойством, так сказать, максимальной подвижности по отношению к своим автоморфизмам. Да? Мы их называем расширениями Галуа. Ну, сразу возникает масса естественных вопросов. Какое место занимают расширения Галуа среди всех конечных расширений полей? Как их можно еще по-другому охарактеризовать? Потому что, глядя на расширение полей, ну, как-то сразу непонятно, какие у него автоморфизмы, как проверять, что их там ровно n. Трудно проверяемые условия, да? Хочется какое-то более проверяемое условие. Вот как проверить, что данное конечное расширение является расширением Галуа. Вот.
Значит, вот на эти вопросы я собираюсь дать какие-то ответы. Ну, большая часть ответов, видимо, будет на следующей лекции, но что-то мы успеем сказать и сейчас. Давайте мы начнем с таких вот несложных определений. Значит, определение. Вот у нас возникали как раз в процессе доказательства теоремы многочлены, которые не имеют кратных корней. Да? Вот давайте скажем, что многочлен F над полем K сепарабелен, но это по-иностранному отделимо, да, что у него все, так сказать, отдельно. То есть я объясняю как бы происхождение этого слова. Сепарабелен, если он не имеет кратных корней ни в каком расширении поля К. Мы знаем с вами, что существует расширение, в котором данный многочлен вообще можно разложить на линейные множители. Да? Есть понятие поля разложения многочлена, как вы помните, да? Из первого семестра. Помните? Из третьего. Да, присоединяя по одному корню у каждого неприводимого множителя, и, там, разлагая дальше на множители, присоединяя еще корни, вот, мы можем добиться того, что многочлен в каком-то расширении разложится на линейные множители. Так вот, требуется, чтобы ни в каком расширении поля К, включая вот это самое большое, где он разложился на линейные множители, не было кратных корней, чтобы все корни были различны. Вот. Эквивалентное условие, которое легче проверить, не надо рассматривать никаких расширений, это то, что многочлен взаимно прост со своей производной. Наибольший общий делитель многочлена и его производной равен единице. Ну, хорошо известно, да, что кратный корень, корень является кратным тогда и только тогда, когда он является корнем и самого многочлена, и его производной. Вот. Так что это условие очевидно необходимо. Это условие очевидно достаточно, вернее, что если взаимно прост с производной, то общих множителей нет, значит кратных корней нет. Вот. А почему это условие необходимо? Ну потому что мы можем как раз взять поле разложения, да? И там многочлен точно разложится на линейные множители. Так вот, если там есть кратные корни, то если наибольший общий делитель с производной не равен единице, если это какой-то многочлен положительной степени, он может не иметь корней там в исходном поле, но тем не менее можно найти такое расширение, в котором он имеет корень, и этот корень тогда будет кратным для многочлена F. Так что это условие необходимо и достаточно для того, чтобы ни в каком расширении не было кратных корней. Значит, элемент расширения, расширение L поля K называется сепарабельным. Значит, сепарабелен над полем K. Если минимальный многочлен этого элемента, минимальный многочлен над полем К, сепарабелен. Ну или давайте лучше так скажем, тоже я сформулирую в двух видах. Элемент сепарабелен, если А является корнем сепарабельного многочлена F над полем К. Вот. Но на самом деле эквивалентное условие заключается в том, что минимальный многочлен сепарабелен должен быть. Что если, если элемент является корнем какого-то сепарабельного многочлена, этот сепарабельный многочлен делится на минимальный многочлен, да? Аннулирующий многочлен делится на минимальный. И если многочлен F сепарабелен, то есть ни в каком расширении поля у него нет кратных корней, то и минимальный многочлен, он же делитель этого многочлена, тоже ни в каком расширении кратных корней иметь не будет. Да? Кратный корень вот этого многочлена будет кратным корнем и для этого многочлена автоматически, поскольку этот многочлен является делителем вот этого. Правда?
Вот. Так что это эквивалентная формулировка. А вот сейчас как раз вот мы подходим к концу лекции, я думаю, что более-менее на этом и остановимся. Давайте еще, так сказать, продолжим цепочку определений. Расширение L над K сепарабельно. Если любой элемент поля L сепарабелен над полем K, то есть расширение, состоящее из сепарабельных элементов. Вот теперь, значит, по поводу примеров и контрпримеров, да, к этому понятию сепарабельности. Давайте сделаем ряд таких несложных замечаний. Замечания. Значит, во-первых, если поле K имеет характеристику 0, то есть в условиях нулевой характеристики, это понятие неинтересное. Сепарабельность всегда выполняется, потому что все неприводимые многочлены над K будут автоматически сепарабельны. Давайте обсудим, почему. Потому что если F — это неприводимый многочлен, в каком случае он может иметь общий делитель со своей производной? Ну, вернее, даже так. Если F — неприводимый многочлен, то его, значит, его производная — это многочлен меньшей степени, правильно? Но по-прежнему не нулевой. Ну, производная имеет степень на единицу меньше в нулевой характеристике. Да? Там при дифференцировании у нас показатель степени выскакивает в качестве множителя, но он все равно не нулевой, правильно? Вот. В каком случае многочлен может иметь общий множитель? Если F — неприводимый многочлен, в каком случае он имеет, может иметь общий множитель своей производной? Только если он на нее, только если он ее делит, правильно? F же неприводим. У него никаких меньших делителей нет. Вот. А f' имеет меньшую степень, да. И не нулевой. То есть такого быть не может, чтобы многочлен большей степени делился на многочлен меньшей степени. Вот. Поэтому в нулевой характеристике для неприводимого многочлена это условие выполнено всегда. Для неприводимого многочлена, разумеется. Вот. И, следовательно, все расширения сепарабельны. Все алгебраические расширения сепарабельно. Вот. То же самое верно и для совершенных полей. Если поле совершенно, совершенные поля бывают нулевой характеристики, они все по определению совершенные, но бывают и положительные характеристики. Вот давайте рассмотрим случай положительной характеристики. Почему для совершенного поля положительной характеристики тоже все расширения сепарабельны. Значит, пусть F, предположим, что нашелся какой-то неприводимый и несепарабельный многочлен над полем K. Неприводимый и несепарабельный. Тогда, как я вот только что объяснял, раз он несепарабелен, значит, он имеет общий делитель со своей производной, а раз он неприводим, он должен делить свою производную. То есть f должен делить f'. Но производная — это многочлен меньшей степени, и такое возможно только если f' тождественно равно нулю. В положительной характеристике такое бывает. Непостоянный многочлен может иметь тождественно нулевую производную. То есть отсюда следует, что f' тождественно равно нулю. А когда многочлен может иметь нулевую производную? Тогда, когда при дифференцировании у нас вот каждый одночлен мы дифференцируем, у нас выскакивает показатель степени в качестве множителя при дифференцировании. Вот этот показатель степени должен быть равен нулю, то есть он должен делиться, равен нулю в поле k, то есть он должен делиться, это число должно делиться на p, делиться на характеристику поля. Да? Значит, многочлен делится на свою производную тогда и только тогда, когда в нем степени всех одночленов кратны p. Кратной характеристики. То есть отсюда следует, что наш многочлен имеет вид f от x равно a0 плюс a1 на x степени p плюс a2 на x степени p в квадрате, на x степени 2p
плюс и так далее, плюс а m, допустим, на x в степени mp, где p – это характеристика поля k. Ну и она должна быть в этом случае, конечно, положительной. В нулевой характеристике такого не бывает. Вот. А теперь, если поле совершенно, то из каждого коэффициента можно извлечь корень p этой степени в этом же поле. То есть наш многочлен можно представить тогда в таком виде. b0 плюс b1x плюс и так далее, плюс bm x в степени m, и все это в степени p, где bitая — это корни p этой степени из коэффициентов исходного многочлена. Bitая в степени p равно aitая. Мы предполагаем, что поле совершенно, поэтому корень p этой степени всегда извлечь можно из любого элемента поля. Вот. Вот это равенство, то, что вот это в степени p равно вот этому, это вот свойство гомоморфизма Фрабениуса, да? Возведение в p эту степень. Это противоречит неприводимости. Да? Мы же предположили, что многочлен f неприводим, а тут он оказался p этой степенью какого-то другого многочлена. Противоречит неприводимости. То есть от противного для совершенного поля тоже все неприводимые многочлены сепарабельны, а значит и все расширения сепарабельны. Вот. Теперь пример, о котором меня спросили. Давайте вот здесь я напишу. Это будет пример упражнения. Вот, может, сегодня как раз на семинаре мы его и разберем. Значит, пример упражнения. Давайте возьмем простое поле характеристики P, то есть поле вычетов по модулю P, и рассмотрим поле рациональных дробей от одной переменной над полем FP. Значит, поле рациональных дробей от переменной T. Тогда такой многочлен f от x равный x в степени p минус t. Это будет многочлен с коэффициентами в поле k от переменной x. Вот докажите, что этот многочлен неприводим над k и не сепарабельный. Понятно, да? Вот. Ну и последнее замечание, и на этом мы лекцию заканчиваем. Значит, замечание 3. Всякое расширение Галуа сепарабельно. Фактически да, я сейчас поясню, почему мы это доказали. Расширение Галуа сепарабельно. Если вы помните, расширения Галуа обладают таким свойством, что для любого элемента расширения его минимальный многочлен не имеет кратных корней и разлагается на линейные множители. Значит, то есть он не имеет кратных корней в поле разложения, значит, ни в каком расширении он не имеет кратных корней. Ну и значит, он сепарабелен. То есть любой элемент сепарабелен. Вот. Еще одно свойство расширения, которое нужно добавить к сепарабельности, чтобы получить расширение Галуа, вот мы уже обсудим на следующей лекции. Сегодня все.